Такие проверки проходят регулярно. На этот раз это связано с началом учебного года, ведь многие дошкольные учреждения расположены рядом с общеобразовательными. Мэра интересовало то, как работают системы охраны и сотрудники служб безопасности, расположение камер видеонаблюдения, как проходит мониторинг изображения, несколько других параметров. Задача такова: вся территория, каждый уголок должны просматриваться с помощью камер. Если видит, что кто-то перелазит через забор, либо откуда-то там движется, он нажимает кнопочку. Все, вот все, что требуется. А поэтому мы требуем, чтобы по периметру везде камеры просматривали. А так смысла нет. Это действительно очень-очень важно. Практически во всех детских садах обновлены помещения, приведены в порядок дворы и уличное игровое оборудование. Кстати, на расширенном педагогическом совете были приведены такие данные. Подготовку образовательных организаций к новому учебному периоду обеспечили бюджеты всех уровней. Всего потрачено 77 миллионов рублей. 20 миллионов шефских средств привлекли для ремонта ряда школ и детских садов. И, возвращаясь к теме безопасности, такая проверка пройдет по всем районам курорта и затронет все образовательные учреждения – и школьные, и дошкольные.